Слушай, Ань, а расскажи о нашей школе. Какая она? Ну, она очень красивая, и учителя там классные, внимательные, всегда помогут. Ну, а мальчики симпатичные есть? Ну, есть неплохие парни, но мы учимся раздельно. Мальчики в другом корпусе. Иногда видимся, но я не воспринимаю их как парней. Мне неинтересно. Ну почему же? Ну потому. Ну скажи. Ну у меня уже есть друг. Что, правда? Ну мы уже с детства дружим. И после школы собираемся учиться в Лондоне. Мы уже давно так решили. Ну потом поженитесь? Но мы еще об этом не думали. Нам просто хорошо вдвоем. Понятно. Ну, посмотрим, какая у тебя школа. Ань. Что? Ты дала мне свою старую сумку? Нет, ты что? Она совершенно новая. Ну что, пойдем? Конечно. Мам, мам, посмотри, какая форма. Мне Аня подарила. И вот еще новый рюкзак. Просто папа мне всегда все берет в двух экземплярах. И так получилось, что для Изы и для меня. Ну, прекрасно сидит, как на тебя шили. В моей прошлой школе была ужасная форма. Вернее, не форма, а просто серая юбка и белая блузка. Ну, конечно, милая моя, это же частная школа и очень дорогая. Так что поблагодари, Кирилл Семенович, скажи ему спасибо. Спасибо. Да, ну ерунда. Ну. Нет, не ерунда. Завтракать будете? Мы и позавтракаем в школе. А там еще и завтраком кормят. Да. Ну, тогда бегите, собирайтесь. Скоро поедем. А Стас проснулся? С трудом. Видимо, дома у своего отца он привык вставать поздно. Избаловал у него. Очень. Сложно будет со Стасом. Очень сложно. Да все наладится. Главное, что мы вместе. Нам только нужно привыкнуть друг к другу. Девочки, кажется, уже подружились. Да. Скажи, ты счастлива со мной? Да. Очень. Самое главное. Все остальное не имеет значения. Ты не переживай, Иза. Тебе у нас очень понравится. Ну что? Сегодня твой первый день в новой школе. Поэтому я сам вас отвезу. Спасибо, пап. Могу я вас так называть? Конечно. Мне это очень приятно. Ну, давайте вперед. Спасибо. Стас, ты разве не с нами? Милый, не обращай на него внимания. Он у меня немножко дикий, он любит одиночество. Все хорошо. Ну что, Стас, поехали с нами? Вместе веселей. Как хочешь. Ну что, принцессы, поехали? Поехали! Аня, моя мать известная актриса и кинозвезда. И то, что она вышла замуж за твоего отца, это не повод хвастаться в школе. Я не собиралась. Вот хорошо. Сейчас Аня представит нам свою сводную сестру Изу. Она будет учиться у нас в классе. Не знаю, что и сказать. Иза хорошая, добрая. Надеюсь, вы ее полюбите. Здравствуйте. Актриса Авдотья Макарова тебе кто? Она моя мама. А я в журнале читала про свадьбу Аниного отца и Авдотьи Макаровой. Фотографии не видела. Это неудивительно. Моя мама кинозвезда. Вокруг нее всегда журналисты. Хорошо, садись, Иза, рядом с сестрой. Ты еще успеешь познакомиться с девочками. А сейчас начнем наше первое в этом учебном году занятие. Откройте, пожалуйста, ваши тетрадки. Запишите тему.
как я провела это лето. Здравствуйте, Ирина Павловна. Добрый день, Вадим. Вы не знаете, где Фарид? Я не могу до него дозвониться. Нет, но мне кажется, он с вашим сыном. Хорошо. У меня хорошие новости с IPO. Теперь наши акции будут продаваться по всему миру. Поздравляю вас, Ирина Павловна. Спасибо, Вадим. Да, дела идут в гору. Теперь у нас новые инвесторы. И теперь уже другой статус. Мы должны расширяться. Картинные галереи, фитнес-центры, гостиницы, парки развлечений. В Европе серьезно заинтересовались нашим бизнесом. Я думаю, что нам стоит открыть в Лондоне свое представительство, которое будет работать с западными инвесторами. Его должен будет возглавить опытный и дальновидный сотрудник. Подготовьте мне, пожалуйста, личные дела руководителей всех департаментов. Будет сделано. А вы сестры? Ты чего? Как сестры могут учиться в одном классе? Они же не близняшки. А вы журналы читали? А у Доти было двое детей от первого брака, которых она скрывала, пока не вышла замуж за какого-то архитектора. Аня ведь тебе не сестра? Почему сестра? Только сводная. Я родная дочь Авдотьи Макаровой. Моя мама – известная актриса театра и кино. А то, что Аня живет с нами, это мы так решили. Иза! Как интересно, где вы прятались? Нигде они не прятались. Они просто переехали жить к нам. Вовсе не так. Мы и не хотели к тебе переезжать. Это мама настояла, чтобы тебе не было одиноко. Вообще, раньше у нас была богемная жизнь, но я вам потом расскажу. Иза, что ты такое говоришь? Я что-то не так сказала, Аня. А кто-нибудь из вас видел киностудию изнутри? Ну, павильоны всякие, гримерные. Хотите, я попрошу маму, она устроит вам экскурсию. Конечно, за это так, все готово? Давайте посмотрим. Вот, Елена Павловна. Здесь все кандидатуры согласованы с нашей службой безопасности. Угу. Также в каждом личном деле вы найдете характеристики от нашей службы социологов и психологические портреты. Хорошо. А вы сами с этим ознакомились? Что скажете? Конечно. Если вас интересует мое мнение, то тут нет ни одного кандидата, которого я рекомендовал бы лично. В смысле? Мне кажется, что здесь нужен не столько специалист в этой области. Специалистов много. Сколько человек преданный вашему бизнесу и вам лично. Ну и кто же, по-вашему, это мог бы быть? Господин Фарид, это единственный человек, кроме меня, который предан вам и вашему сыну безгранично, в котором вы можете быть уверены, как в себе. Нет-нет. Вы же знаете, что Фарид занимается личной безопасностью Артема. Он не оставит моего сына без внимания. Ведь Артем – наследник холдинга, а я всего лишь жду его совершеннолетия. Конечно. Но ваш сын собирается ехать в Англию для дальнейшего обучения. И головной офис холдинга находится в Лондоне. Так что господин Фарид вполне мог бы занять это кресло. В Лондон должен ехать блестящий организатор. Человек, который справится в кратчайшие сроки и сможет наладить работу. А это миллионы. Может быть, миллиарды дополнительных средств. Ну, хорошо, Вадим, я подумаю. Спасибо вам. Можете идти. Девочки, я приглашаю всех в суши-бар в честь нашего знакомства. Я плачу.
у кого нет зонтика? Ну ладно, так пойдем. Смотрите, какой красавчик. Да, классный. Да, ну, мажор какой. Ничего ты не понимаешь. Смотри, какой симпатичный и успешный. А, вы не знаете, он не из нашей школы? Нет, у него школа покруче будет. Ты что, не знаешь? Это же Аня, ухожу. Ну да. Она о нем рассказывала. Избалованный маленький сыночек. Нет такого избалованного. Привет. Привет. Ну что, пойдем? Пошли, пошли быстрее. Тебя не капает? Подожди. Иза, пойдем с нами. Мы идем есть суши. Правда, девочки? Ну, тогда пошли. Пойдем. Ну что, пошли? Ну, как первый день в школе? Хорошо. Представляешь, через неделю уже первая контрольная. А Изольда как? Освоилась в новом классе? Да, она быстро находит друзей. А у меня для тебя подарок есть. Спасибо, Тёма. Как красиво! У меня для тебя тоже есть подарок. Держи. Спасибо. Это я сама связала. А мне нравится. Но ты же ее неправильно надел. Да. Ну, так тоже ничего. А вообще, как дела? У меня хорошо. А как мачеха? Не называй ее так, она хорошая. А тебе понравилось, как мы приехали за тобой? Да, эффектное появление. Ты произвел впечатление на девочек. Ну, я же для тебя старался. Тогда прощаю. Приехали. Ну что, до завтра? До завтра. Ань, ну улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Я буду скучать. Я тоже. Странно я выгляжу, да, Фарид? А мне нравится. Ты просила меня зайти. Да, просила. А еще я просила, чтобы ты говорил со мной на «вы» при моих подчиненных. Там никого не было.
Там были мы. Я. Владелица крупной корпорации. И ты. Акционер этой корпорации. А еще два человека, которые когда-то любили друг друга. Любовь которых закончилась, когда один из них уехал, обещав вернуться. И не вернулся. Он вернулся, только его уже не ждали. Перестань. Кем бы я была, если бы сидела и ждала тебя вечно? Ну, конечно. Это не твой стиль. Тебе же нужно двигаться, действовать. И мои действия приносят результаты. Мы вышли на лондонскую биржу. Наши акции растут. Я рад за тебя. Не за меня, а за Артема. Я намерена перенести головной офис в Лондон. Соответственно, нужно будет организовать всю работу нового офиса. Нанять весь персонал. А это будет непросто. Я не вижу проблем. А проблемы есть. Тебе придется передать охрану Артема кому-то еще, а самому поехать в Лондон. Это исключено. Но почему ты не хочешь довериться профессионалам? Но это все равно будут твои люди. Потому что Артем мой сын. Мой единственный сын. И других у меня не будет. А ты опоздала. Прости, что не разбудила. Ты так сладко спала? Пойдем поговорим. Куда? Аня, ну куда Пойдем, ты меня ведешь? Мне нужно с тобой поговорить. Ань, ну перестань! Ань! Что это? Не значит? Надо! Перестань! Ну что? Зачем ты надела мой костюм? Ань, ты забыла? Сегодня же пятница. Каждый приходит, чем хочет. Вот я и решила надеть какой-нибудь костюмчик. Этот мне сразу приглянулся. По-моему, мне к лицу. Ты надела его без спроса. Я его везде искала и чуть не опоздала в школу. И это ведь подарок Артема. Ань, а разве мы с тобой не договорились, что у нас теперь все общее? Да, но предупредить ты меня могла? Да почему я должна тебя обо всем предупреждать? Разве мы не сестры? Сестры, но... Терпеть тебя не могу. Что? Что слышала? Что все это значит? Аня,
Ты знаешь, каково смотреть на то, как ты изображаешь из себя такую миленькую, добренькую, да одна твоя фальшивая улыбка чего стоит? Аня, скажи мне честно, вот сейчас ты меня ненавидишь, да ты кипишь вся внутри. Да, я взяла твой костюм. Разве ты не должна мне сейчас выдрать волосы? Что ты такое говоришь? Мне для тебя ничего не жалко. Бери, носи сколько хочешь, только аккуратно, а потом верни. Да, я росла в бедности. Да, я хочу, чтобы у меня были красивые вещи, а ты меня во всем попрекаешь. Извини, я не знала, что не могу носить твои новые вещи, а только твои обноски. Ты должна была меня предупредить? Да я не это имела в виду. Что я ты не... делаешь? Иза, перестань. Отстань. Прекрати, Иза. Мне от тебя ничего не надо. И пусть тебе будет стыдно. Я совершила ошибку. Я не знала, какая ты. Да мне от тебя ничего не что надо. Что ты делаешь, Иза? Оденься, так нельзя. Отстань. Пойдем. Да не хочу никуда идти. Аня. Аня, отстань от меня. Иза, извини меня. Я была не права. Прошу, оденься. Отстань. Пожалуйста, Иза. Я, между прочим, так и думал. Рано или поздно прибежит, как миленькая. А кто это так развлекается? О, я, а кто же еще? Ты так сильно меня любишь? Просто воздаю тебе должное. Какое мальчишество. Уж лучше такое мальчишество, чем жизнь с нелюбимым мужиком ради денег. Ну, давай не о нас. Дети как счастливы. А что им будет в их возрасте-то? То есть ты по-прежнему к ним равнодушна, да? Ты не мать, ты кукушка. Я делаю для них все, что я могу. Потому что я тебя шантажировал, и я тебя заставил. Ну почему? Ну почему ты такой жестокий? Потому что я большой грешник. Это святые и добрые. А где их взять-то, святых? Ладно, пойду я. Ждут меня. А ты красивая стерва. Да. Торопишься? Боишься, заревнует? Нет. Он мне верит. Но зачем испытывать судьбу? А я вот всегда судьбу испытывал, когда хотел куш большой получить. И я его все-таки получу. Вот тебе. Держи. Ой, ты что, ты что? Ты же знаешь, я денег с женщин не беру, у меня принципы. Будем считать, что у тебя обстоятельства. Да, родная, ты права. Обстоятельства. Но я обязательно верну, как только выиграю. Да, конечно. Вернешь, как только выиграешь. Прощай. О, так прямо и прощай. Да. Я больше не приду. Хороша стерва. Возвращаю тебе костюм. А! Зачем ты это сделала? Ты испортила его. Кажется, разлила. А извиниться ты не хочешь? Еще чего? Извинись. Не подумаю. Сказала, извинись. Не дождешься. Извинись! Извинись! Извинись!
Лиза! Что ты сделала? Зачем ты это сделала? Я не умею! Да что ты делаешь? Извиняйся! Сейчас же! Лиза! Аня! Лиза, что ты девочки, перестань! В чем дело? Перестаньте! Перестань! Иза, встань! В чем дело, я вас спрашиваю? Она испортила мой костюм и не хочет извиниться! Изольда, извинись. Не буду. Значит так. Собирай свои вещи и отправляйся к отцу. Мама, ты даже ничего не знаешь. Я ни в чем не виновата. Я просто надела ее костюм. Он такой красивый. Я просто примерила и случайно разлила лак. Она просит денег, а у меня нет таких денег. Он очень дорогой. И она просит, чтобы я у тебя взяла. Зачем ты врешь? Я не вру, мам, я честно. Аня, милая, но это некрасиво ссориться из-за каких-то там вещей. Вы же теперь сестры, вы должны дружить. Знаете что? Я придумала. А давайте мы сейчас поедем в торговый центр и купим вам новые наряды. Надеюсь, вы больше не будете ругаться. Вы же теперь кто? Кто? Сестры. Молодец. М? М? А вот это вот... Аня, вот это вот мы сдадим химчистку. Ты уже вернулась, дорогая? Как прошли пробы? Ты, как всегда, на высоте. Как всегда, на высоте. Там девочки поссорились, а ты сидишь здесь и ничего не слышишь? Ну, поссорились, помирятся. Это ничего страшного. Не переживай, дорогая. Ну, они только привыкают друг к другу. Я думаю, еще скоро лучшими подругами. А чем ты занят? Новый заказ. Картинная галерея. По-моему, это шедевр. Ну, до шедевра еще далеко. Какие планы на вечер? А мы как раз собирались с девочками поехать по магазинам. Отличная идея. Я с вами. А это не помешает твоей работе? Ну что ты, работы будет еще очень много. Вот каждая минута с тобой. Это счастье. Для меня тоже. Тогда поехали. Послушай, мы еще хотели перед магазином заехать в салон красоты. Тебе с нами будет скучно. Ну, такие девчачьи штучки. Подожди нас дома, ладно? Хорошо. Сделайте мне, как у нее. Хорошо. Ой, Авдотья Макарова. Здравствуйте. Я вас узнала. Здравствуйте. Как вы меня узнали? Я вас всегда узнаю. Моя бабушка вас тоже очень любит. Да? Можно, пожалуйста, автограф? Как вас зовут? Катя. Большое спасибо. Бабушка, привет. Зачем ты берешь то же, что и я? Вдруг у нас просто вкусы совпадают? Конечно. Тебе просто нравится меня злить, да? Аня, ты опять скандалишь? Да, опять. Куда ты? За водой. Что-то в горле пересохло. И мне возьми. Хорошо. Тоже пересохло. Я возьму это и это. Иза, а у тебя прекрасный вкус.
Так, девчонки, давайте хвастайтесь. Оказывается, у тебя второе место по успеваемости в классе. Да. Она умница вся в меня. Изольда постаралась, и вот результат. Да, я старалась. Хочу вас радовать, чтобы вы мной гордились. А ты, Ань, покажешь нам свой табель? Милая, ты не расстраивайся, оценки, они же могут быть и средними, и главное, знания. Так у тебя первое место по успеваемости в классе, доченька. Аня, какая ты умница. Ты молодец, мы с папой очень рады и гордимся тобой, да. Ну что, девочки, вы постарались, сделали нам с мамой праздник. Ну, с меня пицца и мороженое. А где Стас? Он не хочет показать нам свой табель? А что там показывать? Там, как всегда, хвастаться нечем. Да, он совсем отбился от рук. Зато он очень много рисует, у него неплохо получается. А кому это надо? Мазня не заменит знания. Ну, тройка тоже оценка. Что ж, у меня, что ли, их не было? Да сколько угодно. Вот это ж не помешало мне стать тем, кем я стал. Второе место? Мам. Мама, а что мама? Когда ты жила у своей бабушки, мне сообщали, что ты лучшая в классе. Разве я не говорила тебе, что стоит хоть раз согласиться на эпизодическую роль, и ты никогда не получишь главной? Я делаю для тебя все. Я наняла тебе лучших репетиторов. Ты живешь здесь как принцесса, я выполняю любую твою прихоть, что еще? Да что вы, Авдотья, просто вокруг Изы все изменилось, и она еще не совсем привыкла. А в следующей четверти она будет лучшая, правда, Иза? Милая, иди к себе. Я разговариваю со своей дочерью. Иза очень умная и все понимает. Пошли, Иза. Изольда! Пожалуйста, простите и не злитесь на нее. Ты чего добиваешься? М? Ты хочешь нам продемонстрировать, какая ты добрая и искренняя? Да что вы, я не это имела в виду. Замолчи! Не смей меня перебивать! Ты презираешь моих детей, потому что они росли в нищете. Может быть, ты и меня презираешь? За то, что я пришла в ваш дом, привела своих детей, посадила на шею твоему отцу. Ты даже мне, мама, сказать не можешь. Ты так меня ненавидишь, дрянь! Да вы не имеете права! Пошла вон отсюда! Папа! Пап! Она меня унизила, оскорбила. За что? Что я ей сделала? Кто? Авдотья! Она дала мне пощечину! Не может быть. Папа, она меня ударила! Так на нее не похоже. Это все, что ты можешь сказать? Да нет, я просто... Просто пытаюсь понять. Вы что, поссорились с ней? Она ругала Изольду, и я вмешалась. Вот в чем дело. Значит, ты вмешалась и просто попала под горячую руку, правильно? Папа, что с тобой? Она меня ударила, понимаешь? Успокойся, ты успокойся.
Я поговорю с ней. Ну и ты ее пойми. У нее сейчас очень непростое время. У нее проблемы не только с собственными детьми, но и на работе. Ее все реже и реже приглашают на съемки, понимаешь? А тут вмешиваешься ты. И хорошо. Папа, она не такая, как ты думаешь. А в Доте очень злая. Ты сама виновата. Не надо было вмешиваться. Я обещаю тебе, что разберусь с этим самым серьезным образом, правда? Поняла? Поняла. И не надо делать из этого трагедию. Ладно? Я уверен, что Авдотья сейчас переживает не меньше, чем ты, правда? Так что успокойся и иди к себе. Все? Это Артём. У тебя есть шанс. Или сейчас, или никогда. Алло. Алло, Ань. Привет. Это я, Артём. Артём. Артём, это не Аня. Это Иза. Что? Я ничего не слышу. Пойдем покатаемся на коньках. Что? Я жду тебя в торговом центре. Приезжай поскорее. Хорошо. Что он сказал? Он пригласил Аню на каток. Прекрасно. Значит, на каток пойдешь ты. Ну как? Я тебе только что объяснила, что нужно от жизни брать все, потому что в жизни не бывает вторых мест. Есть только первое и последнее. Да, и надень ее лучшее платье. А лучше тот костюм, который подарил ей Артём. Пусть он увидит, как она обращается с его подарками. Ну, что я скажу? Где Аня? Ну, придумай что-нибудь. Ты же уже не маленькая. Тристан, где ты был? Работал. Что это у тебя в руках? Тристан! Извини, обознался. Просто у тебя точно такой же костюм, как у моей подружки. Так у Ани. Это она дала мне его поносить. Просто он ей не очень нравится, а мне нравится. Я Изольда, ее сводная сестра. А ты Артём? Я тебя видела в школе. Понятно. А что с Аней? Почему она не пришла? Она себя внезапно плохо почувствовала и попросила, чтобы я пришла вместо нее. Ну, чтобы тебе не было скучно. Если тебе со мной неинтересно, то я пойду. Подожди. А что с ней? Да ничего серьезного. Просто температура и обычная женская мигрень. А можно ее проверить? Да, да, конечно. Но сначала давай покатаемся на коньках. А? Ну, пожалуйста. Я просто в жизни на них не стояла. Я просто мечтала об этом. Честно, это, наверное, так весело. Ну, конечно, хорошо. А ты, главное, ничего не бойся и держись за меня крепко. Хорошо. Прости, пожалуйста, я такая неумеха. Первый раз на коньках. Да ничего, для первого раза очень даже неплохо. Слушай, может, поедем? Там, наверное, уже Аня от врача вернулась. Да, конечно. Сейчас поедем. Просто можно еще кружочек
Пожалуйста. Просто я первый раз на коньках. Мне так понравилось. А еще я так хочу пить. Принесешь мне, ладно? Ты такой милый. Поехали. Алло. Алло, мам. Мам, это я. Я скоро приеду домой. Со мной будет Артем, он хочет проведать Аню. Мама, я сказала, что у нее температура. Пожалуйста, придумай что-нибудь. Придумай так, чтобы ее там не было. Пожалуйста, мам, помоги мне. Все, я больше не могу разговаривать. Спасибо, ты так мило. Да не за что. Прости меня, пожалуйста. Не обижайся на меня. Я не могу себе места найти. Прости. Я ведь тебе как мама, правильно? А мама может и наказать, и похвалить. На маму не обижается же. Прости. Я не хотела. Понимаешь, я еще роль репетирую, глубокую такую, драматическую. Нервы ни к черту. Что вы, я вообще не обижаюсь. Я же все понимаю. Какая же ты у меня хорошая. Такая нежная, такая добрая. Доченька моя. А, вот вы где. Кирилл, мы помирились. Вижу, дорогая. И очень этому рад. Да? Да. У меня есть идея. А давайте отпразднуем наше примирение чаепитием. Только нужно купить торт. Купите? Обязательно низкокалорийный. Так. С горьким шоколадом. Мы же девочки. И мы на диете. Отличная идея. Я люблю вас. Спасибо за приятный вечер. Надеюсь, мы продолжим наши занятия на катке. Ты замечательный учитель. Конечно. Пойдем быстрее, а то я проголодалась. Пойдем. А теперь ты обязан попробовать абрикосовое варенье. Изольда его сама варила. Очень вкусно, божественный вкус. Так. Ну? Спасибо. Очень вкусно. А как чувствует себя Аня? Аня? Прекрасно. Правда, она ушла гулять с подружками. Задержится, как всегда. А я слышала, что ты собираешься учиться за границей? Да, это так. Ой, а я обожаю Париж. Монмартр, Елисейские поля, Мулен Руж. А ты поедешь в Лондон, да? Ну да, вместе с Аней. А это правда, что в Лондоне больше 60% населения – иммигранты? Извините, но я не знаю. Спасибо за чай. Могу я пройти в комнату Ани и оставить записку? Конечно.
Конечно, поднимайся. Правда, у нее там беспорядок. Ну, впрочем, как и всегда. Но вы же друзья. А у друзей нет секретов. Попроси Аню перезвонить, как вернется. Да, конечно. Расскажу, как мы весело провели время. И позаботься о ней. Ей сейчас очень непросто. Не волнуйся, Артем. Я все для нее сделаю. Она мне как сестра. Пока. Пока. Я позвоню. Теперь рассказывай, как прошла встреча. Ой, все было просто как в сказке. Мама, мы катались на коньках и пили лимонад из тропических фруктов. Он такой классный, обходительный, образованный. В торговом центре он просто как король. Все его приветствуют и уважают. А еще, представляешь, у него есть собственный автомобиль с водителем. Ой, дорогая ты моя доченька. И так и должно быть. Ведь он наследный принц целой империи. Его матери принадлежат бизнес-центры не только в Москве, но и в Европе. Хорошо быть таким богатым. Делаешь все, что хочешь. Да. Вот Аня скоро такой будет. Да кто она такая, это Аня? Она что, особенная? Конечно. Она очень особенная. Ведь она скоро получит Артема. Я не допущу этого. Мамочка, пожалуйста, умоляю, помоги мне, пожалуйста. Теперь, я надеюсь, ты понимаешь, почему я так разозлилась, когда узнала, что ты получила второе место. Ты должна быть лучшая. Ты должна быть первая. Ну, а если они уедут в Лондон, тогда какие у меня шансы? Разве твоя мамочка не должна тебе помочь? И она тебе поможет. Ну, как ты мне поможешь? У меня столько вариантов. Доверься мне, все будет хорошо. Я люблю тебя, мамочка. Thank you.